Глава 6. Смайт принимает вызов. Коннорс изготовил вакцину. Пора Человеку-пауку вернуться в Оскорб и спасти Гвен и ее коллег. По моим подсчетам, число пропавших растет на 230% в день. Говорю же, это Оскорб. Оскорб пора закрыть. Да-да-да. Питер, ты где? Да. Я здесь, Гвен. И у меня есть вакцина. Гибридному вирусу конец. Ее Коннор сделал? Я не знаю. Ты не права. Коннорс не позволит, чтобы с тобой что-то случилось. И я тоже. И я тоже. Ночью. Ночью. Оживленный город тебе не поможет спастись от меня. Понял? Ну что, сучки? А кто это вообще такие? Ну и помойка. Что здесь такое стряслось? Вот что я скажу. Если не остановить заразу, утром город уже не оживет. Хорош ныть! Это всех касается. Нельзя расслабляться, пока эта тварь не сдохнет. Паучок вышел на охоту, ребятки. Ну давай, короче, вот так. Херак. Можешь стримнуть. На! Я тебя разрушу. Вот так-то. Не, ну на самом деле, а чё ты ожидал-то, ё-моё? Ой-ой! О, привет! Заглянул на огонёк. Нет шансов! Пять подозреваемых! Я здесь, Человек-паук! Чего ты ждёшь? Я же видел его! И где он? Здрасте! Вот и я! Я всё-таки вытащу тебя на свет, Человек-паук! Стоять! Пора дать тебе урок. Через тебя мне говорят прыгать. Ну ладно. До свидания. А кто там мычал до этого все это время? А, там дерутся, ё-моё, идём на помощь. Вот так вот. Ух ты ж мать. Это кому это я на помощь пришел? Опа! Может, здесь тебе... А почему ты один? В смысле навсегда? Не, я только начал, друг. Конечно, а вы как дебилы расходитесь просто поодиночке. Все? Извини, если что. Без тяжеловеса вы никто. Уж прости, ребята. Но это так. Это кто на меня? А куда нам вообще? Кто-то еще, да? Я слышал рычания какие-то. Ладно, давай в лифт. Паучок снова на охоте. Мы на потолку, а они внизу ходят по полу поодиночке. Пришло время забирать их. Я все думаю, в Оскорб стоит. Думай, думай. Заплетают такое, делают этих чудо. Побудь в одиночестве. Тут лучше, чем в Оскорб Тауэрс. Они так... Это дежуря в лаборатории Смайта. Робот-страж чуть не оторвал мне ногу. О, господи, они договорили, ладно. Но им не скучно будет, по крайней мере, это точно. Эй! Клопы кусаться не должны. Там еще был парень, да-да-да, вот я вижу его. Новая компания. Компания. Новая. Проблемы старые. О, еще не все. И
Поиграем вместе. И чего теперь? А. Это еще что? Все вот мой шанс. Миссия выполнена. О чем ты говоришь? О лифте. Он поломался. На лифте. Ты вынесла целый лифт? Это слегка чересчур, тебе не кажется? Расслабься. Я скажу, что это ты. Ну да. Подумаешь, лишнее пятно на моей репутации. Натуре. Ты только что, ну как относительно, но только что освободила огромное количество психов из психушки, в том числе и ящера, так что уж сломанный лифт. Я думаю, не испортит тебе все. Ух! Колоти, колоти! Все равно не войдешь! Он был близко. Паучье чутье сработало вовремя! Как, собственно, и сейчас. Он чует меня. Иначе откуда ему знать, что я тут? Найди себе свой ход. Все отлично. Ну, относительно, как бы. Бляха, роботы. Держи друзей близко, а враг... Все ближе. Пусть стражи помогут взорвать генератор. Пусть стражи помогут взорвать генератор, да? А как мы это сделаем? Ну, как бы есть такое вот предположение, мол... Вот тебе! Не получилось. Так, выйдет сейчас еще один робот, по идее. Захват паутины есть, и... Все, отлично. На самом деле, мне все писали текстом. А я что-то тупанул. Вижу гибрида. В смысле видишь гибрида? А почему гибрид тебя не видит? Вижу гибрида. Устраните угрозу. Все, гибрид тебя тоже видит. Ядрен башмак. Короче, мне кажется, вот это вот надо сломать. Давай. Да, отлично. Ой-ой. Джиггернауты пришли. Да ё-моё. У меня есть лекарство от простуды, но тебе не понравится. Давай, забирай. Ох, ребят. Враг моего врага, мой враг? Мой друг? Или кто? Молчат, зараза. Сдается мне, вы, ребята, не готовы к конструктивному диалогу. Ёб твою налево. Побегай, побегай! Я был так-то близок к тому, чтобы вас обоих захватить сразу. Ну ладно, могу и поодиночке. Уф. Я потерял цель из виду. Я не вижу тебя, но знаю, ты там. Да, я тут. Только вот одна проблема. Я-то тебя вижу. А, суперсила, это так круто. Ну, когда получается ей пользоваться. Что бы делал Спайдермен, будь у него такие возможности, но не было бы неприятностей. Спасал бы, не знаю, что. Что вот он делал бы? Переводил бы старушек? Через дорогу или как? Улучшение открыто, ништяк. Теперь 4 снесли 100 роботов в его размере. Их возможно и все человечество. Круто, 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 молодец.
Супер здорово, отлично, журнал наш. По-моему, доступно какое-то улучшение, нет? Нет, пока нет. Зато прочность нити. Вот это можно прокачать, а я чуть ни разу не качал. Допустим. Порази противника мощным броском паутины, противник приклеится к стене и лишится возможности двигаться. Беглый огонь. Частота выстрелов увеличивается на 33%, увеличивается прочность, ну, выбраться из нее в два раза дольше. Стойкость костюма к физическим атакам повышена на 15%. Вот, это точно надо качать. Отлично. Дальний захват. Увеличивается эластичность паутины для повышения радиуса и урона захвата паутины. Я этим не пользовался. Ладно, давай. Прочность нити повысим и беглый огонь. Скорость увеличим чисто. Можно тогда вкачать ее, чего ж нет. Как это делается, я не знаю. Типа... Странно, ну ладно. Главное это то, что понизили урон. Это вот самое-самое, что у меня есть. Супер важное. Эй, бро. До свидос. Кажется, приближается момент, где я дико тупил. При первом своем прохождении. Улучшение технологии доступно. Да, кстати, 125 вот. Дальний захват можно прокачать. Или, допустим, вот прочность нити до конца увеличить. Давай, наверное, прочность нити вкачаю. Раз уж мы это дело продвигаем вперед, да? Куда ты стреляешь? Фу. Опять же был на грани вообще-то. Ай-яй. Я за это получаю очки технологии, поэтому уж позвольте мне немножко поразвлекаться. Эй, а куда сейчас? Я понял. Красота. Эй, привет! Да, пришлось помучиться. Но мы справились. Я в тебя верила. Человек-паук. Блудный сын вернулся. А это что? Да... Самая вакцина. Вакцина? При всем моем уважении, вам не говорили, что даму следует пропускать вперед? Эту вакцину надо... Значит, Коннорс начал весь этот кошмар, а потом вышел чистеньким за счет своего мутного зелья. Здорово. Похоже, он пытается отнять у меня Оскорб. Доктор Смайт. Ты не будешь его подопытным кроликом, Гвен. Милая Гвен. Кто знает, как она действует. Если кто-то должен рискнуть... Это буду я. Вот шлюха, а. Нет! Если она работает, мы будем делать ее в Оскорб. Не в психушке, не в туннеле, не в паутине. Ну, не будем тянуть время. Там внутри еще есть, по-моему, нет? Что происходит? Что ты сделал? Что происходит? Это твоя вакцина. Мои ноги. Ноги. Я знал, что Коннорсам нельзя доверять. Ну почему же? Нарочно. Маленькая ошибка. Хотел отравить меня, всех нас, чтобы его твари захватили город. Там должна была быть Гвен вообще-то. Не позволю. Ты мне за это заплатишь. Ты поверил ящеру.
Да бросьте, но он же, блин, в подсобке делал, ё-моё. Гвен, прости! Ну мало ли, маленькая ошибочка, бляха. Ух ты ж мать, ты-то откуда здесь, а? Ладно, подеремся. Я, в принципе, не против. Обратку выдержишь? Теперь... Конец. Иди-ка сюда. Да, пусть туда. До свидания, друг. Так. Док расстроится. Он безумен. Еще как. Питер, ты меня слышишь? Почти нет. Гвен, как ты? Бывало и получше. Слушай, я постараюсь открыть дверь, но сразу не получится. Прости. Извиняйся. Спасибо, что хоть жива осталась. Что мне сделать-то? А, она дверь будет открывать, да? Слушай, рот закрой. В смысле, придется вам отвлечься, работаете в команде. Ты разве не слышал, как она кричала на меня? Сила атаки со спины. Пушечное ядро. Ух. В рывке становится возможно уничтожение пушек. В принципе, я и так уничтожаю пушек. Ну, ладно. Сила атаки в рывке увеличивается. Твою мать. Вот еще раз. Гвен, слышишь? Держись, я. Да ё-моё, как так-то? Не увернуться, ничего. Вот вам скрип. Моего кресла. За пазушку. Не увернуться. Не отпрыгнуть, нихера не сделаешь. Что ж такое-то? Так, а прокачка-то сохранилась? Пушечное ядро, да. Он безумен. Питер, ты меня слышишь? Почти нет. Гвен, как ты? Бывало и получше. Слушай, я постараюсь открыть дверь, но сразу не получится. Прости. Не извиняйся. Спасибо, что хоть жива осталась. Воркуйте, голубки. Работайте в кафе. Придется вам отвлечься. Воркуем, воркуем, да. В смысле, они на месте тут остались. Бен, слышишь? Держись, я. Твою мать. Вот это дичь вообще. Получилось вернуться, а? Никогда не бывает так, как хочется. А ты тут вообще как? Откуда? Ну,
Не, в натуре, откуда он тут? Сейчас же шмалять будет меня, да? Да нет, нормально все. А, задел. Лифт, может, побыстрее немного? Ладно, и так сойдет. Пойди сюда. Твою налево. По-моему, я немножко не в ту сторону побежал. Ловите, ребятки. Нету времени с вами разбираться. Уж. Так, куда теперь? Твою мать. Тупо, я думал, получится заползти, но нет. Будет больно. Давай. Не зря мы повесили сопротивляемость свою. До свидания. Окей, что дальше? Еще один забег, дружище. С ними драться тут вообще бессмысленно, мне кажется. Ты ядрить башмак, тебя тут не хватало-то вообще, да? Думаешь, что без тебя совсем сложно было бы? Лови. Не зря же мы улучшили рывок. Ух! Это было больно вообще-то. И тебе достанется. Да нет! Надо было отпрыгивать с помощью ЛБ. От физических атак. Нам урон понижен, но вот этот муд... так. Ладно, тут нехило вносит. Опа! Еще разок. И еще. И еще разок. На. Ух! Получилось. Не знаю, каким-то каким макаром. Ты где это? Реакция, братан. Реакция. Первый раз она мне не помогала. Но вот на второй раз у меня с ней договоренность. Осторожно, я на химчистке разорюсь.
Получай. Это было красиво. Закончу, пойду на массаж. Ох, я бы сейчас тоже не отказался. Думаю, есть люди, способные просто отмахнуться и играть себе в крутого дальше. Я не такой. Да, ты не такой. Все пошло не так. Гвен, не знаю, слышишь ли ты меня, но ты держись. Я должен найти Коннорса и сделать новую вакцину. Я вернусь, как только буду готов. Это что, было самобичевание? Вакцина не сработала, Алистер Смайт теперь не может ходить, а виноват, конечно же, Человек-паук. Обстановка накаляется. По моим подсчетам, число пропавших растет. Говорю же, Оскорб виноват. Пора закрывать эту гадину. Люди винят Оскорб. Да жопа. А чем это лечится? Говорят, никто не знает. Лекарств пока нет. Нужно беречься, народ. Надевайте маски. На Манхэттене я больше не останусь. Я тоже. Но все многие из города не выбраться. Дерьмо собачье. Выберемся как-нибудь. Ой. Ну, короче, паника такая. Стабильная. Плюс сеть, соцсети и прочее, да? Вакцина должна была их спасти, а не покалечить. Неужели он это нарочно? Я должен с ним поговорить. И... Маглиста, я-то про тебя и забыл. Господи, Алистер, ты считаешь это нормально? Или как там тебя? Ладно, друг. Говна кусок. Хотел меня напугать, у тебя получилось. Смотри, что творит. Где же ты? Где же ты? В смысле, где? Ну-ка, полетели. Заклинатель змей, когда он нужен. Ну, теперь быстро. Ну как, нравится паутина? Башню отсекли. Я что, пытаюсь найти гигантского робота? Ой-о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 й, это падла здесь. Получай, родной. О, значит, и на тебя есть управа. Где же ты? Сейчас самое время свалить. Давай, паучок, быстрее. Просто ад какой-то происходит. Это каменная... Ой, металлическая глистомания. Давай, 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 давай. Еще пару раз. Я уже прям чую, что ему не очень хорошо, да? Есть контакт! Извини меня, Верзила. А теперь выходи. Ну как? Ну как? Ну как? Нравится? А ну отцепись, железяка. Отлично. Ё-моё, надо помочь. Боже мой, робот попал в нас. Вертолёт падает. На помощь, Человек-паук. Да я стараюсь, стараюсь. Огромное спасибо, Человек-паук. Я не знаю, как я вам помог, но ладно. Похоже, Человек-паук отсекал робота. О, чёрт. Тоже, это было красиво. Ты хочешь продолжение? Придется доплатить. Морг, хочешь сказать спасибо, Верзила? Эти щупальца могут больно
Да ё-моё. Я не могу сюда уходить, ладно. Что делать-то, ё-моё? Бинго, бинго. Я не специалист, но кажется, игра залагала. Очень похоже на то, по крайней мере. Да? Да, походу, да. Эй, ты что? Вижу, тебя не учили вести себя за стол. Отлично, да, в этот раз получилось. Еще разок. Я должен стараться не попасть под лазер. Не хочу, чтобы меня испепелили. Да, еще разок. Вовремя мы вкачали, да, скорострельность? Очень это помогает. Растерялся. Все? Что, серьезно? И все? Ну что, Глист любит троечку? Получай. Выключи свою суперсушилку! Костюм тут щадящий лишний. Антен вот-вот сломается. Твои подавятся. Ну-ка давай. Кебаб. О, спасибо, Алистер. Гигантский робот-змея как раз то, что нужно городу. Ага. Мне сейчас надо к Коннорсу. Спайдермен выиграл. Кто сомневался? По-моему, никто. Так, значит, у нас есть быстрый бой, да? Возможность прокачать. На шестерочке сила атаки со спины. Не знаю, ну ладно, давай вкачаем это дело. О, кстати говоря, смотри-ка. Дальний захват, импульс. Хм, класс, качаю. Обездвиживает стойких врагов. Хо-хо! Да, ну и все, и хватит. Ох, ништяк. Так вообще. Привет, Человек-паук. Я знаю, что ты занят, но я нашла тайную лабораторию. Я перешлю тебе ее координаты, а ты сам решишь, стоит ли ей заняться. Да, действительно, чем я рискую, кроме своей жизни? Натуре. Уже, я очень люблю получать новые игрушки. 10-22, идет нападение. Отбой. Ведь мы никуда не спешим, да? Задумали. Они не знают, что их ждет. Ведь мы никуда не спешим абсолютно, правда? Лаборатории зачищать он хочет. Нет, дружище. Давай-ка Коннорсу. Нужно поговорить. После тяжелой битвы против робота Смайта С-02, Человек-паук возвращается домой. Коннорсу придется как следует объясниться по поводу вакцины. Курт! Курт! Нет, я не верю. Его нет. Гвен была права. Как я мог быть таким идиотом? Я позволил ящеру сбежать. О, прости, я хотел...
навестить семью. Я нашел их, и Марту, и Билли, на заднем дворе. Я там спрятался, смотрел. Питер? Господи, что случилось? Что случилось? Ваша вакцина изуродовала доктора Смайта. Мало этого, я теперь боюсь, что он нападет на Гвен. Вот что случилось. Но вакцина не должна взаимодействовать. Она взаимодействует. Еще как взаимодействует. Он без ног. Вы сказали, она поможет. Я сказал, в теории. В теории? Это вам не эксперимент. На кону жизни людей. Кто вы? Ящер или Курт Коннорс? Ответьте! Если ты сказала, ты серьезно, то тебе следовало оставить меня в психбольнице. Гвен все еще там. Вы представляете, что будет, если она мутирует? Я сделал, что мог. Мы спасем ее! Спасем! У тебя кровь. И что? Ты устал. Тебе надо поспать. Нет. Мне надо спасти Гвен. Спасти всех! Питер, отдохни. Я не могу. Я должен. Спи, Питер. Мы с этим разберемся. Поспи. Не, ну самое время, на самом деле. Самое время. А почему ты так и не заразился? Ты... Ты... И есть ответ, Питер Паркер. Что это? Нет, нет. Да. Неужели все так просто? Нет. Проверь данные, доктор. Проверь данные. Невероятно. Никогда не видел ничего подобного. Гвен, я иду. Ты в порядке? Сколько я проспал? Достаточно, чтобы я сделал вакцину. Вакцину? Да. Новую, идеальную вакцину. Вы так уверены? Ответ таился в тебе. Твоя кровь, Питер. Я вдруг осознал, что ты идеальный гибрид. То, что есть в твоей крови и не дает тебе полностью трансформироваться и делает тебя уникальным. Человек в тебя ни разу не поддался пауку. Все готово. Ну, сыграем в Бога. Когда она будет готова? Она готова. Питер, помоги мне. Где ты? Нас отвели в биолабораторию. Смайт все еще делает свою вакцину с наноботами. Они хотят опробовать ее на нас сразу, как только закончит. Я убежала, спаслась от них, но я здесь застряла. Я иду за тобой. Коннор сделал новую вакцину. Где остальные? Роботы увели их вниз. Где Смайт? Не знаю. Я слышу его роботов. Думаю, они ищут меня. Никуда не уходи. Скорее, Пит. Я не знаю, сколько еще смогу прятаться. Постой. Гвен, что происходит? Гвен, ответь мне! Гвен, ты в порядке? Нет. Я теряю сигнал! Это... Гвен! Да-да, Гвен, подожди. Ну, в смысле, я вот-вот, он скоро, я уже тут. Сейчас только костюм поменяю. Человек-паук гибрид, стандарт. Гибрид... О, ёб твою мать! Такой неподдавшийся парень, да? Стандарт. Класс. Ладно. Подожди меня. Я уже иду. Коннорс нашел ключ к новой вакцине. Ключ к спасению города. Однако, возможно, он уже опоздал. Все хуже и хуже. В городе гигантский робо-змей. С меня хватит. Пора валить из этого города. Вы видели? Это конец света. Оставайтесь дома, пока угрозу не устранят. Сначала инфекция, теперь гигантские роботы. Оскорб уничтожает город. Нам труба. Человек-паук нас спасет. Поверьте. Тебе крышу сорвало. Лекарства нет. Надо уезжать, пока все не заболели. Человек-паук ничего не может. Это я бы поспорил. Я вот, допустим, костюмчик себе махнул.
Эй, что значит нет сигнала? А как мне... Скорб найти? Самое большое здание, да? Вон оно впереди. Что-то не так с одной из моих антенн. Ну-ка. С одной или? Что этот передатчик здесь делает? Эй, привет. Твою мать. Алло, это чё? Все, до свидания. Вас я не обязан уничтожать, друзья, товарищи. Снова Воскорб. Думаю, мы еще успеем спасти Гвен. Да, возможно, получится. Он еще и кайфовать умудряется, пока летает. Горячая линия паука. Ну, как тебе мой последний сюжет? Отлично, просто здорово. Не смотрел, да? Я думала, ты весь день втыкаешь CNN и прослушиваешь полицейское радио в надежде, что где-нибудь рванет. Если только на выходных. Ладно, ну что ж, вот тебе краткая версия. Беги на водоочистительную станцию, водопровод отравлен. Чьих рук дело? В этом и проблема. Может, это просто несчастный случай? Слабо верится. Но я разберусь. Рик, идет преследование, отбой. От меня не уйдут. Думаешь... Нам так-то вообще сюда именно. Или куда? Ты посмотри на это. Эй, в натуре, а куда нам? Я понял. Входим.